Мой попутчик был совершенно прав. Скука, царящая в этом городке, уже навевала на меня ужас. Но бежать отсюда? Нет. Если свернул с Ленинградки там, где надо, замегай еще Шереметьево тут рядом. На Новосходнинском шоссе оставив 10 минут, вы не успеете моргнуть, и вы уже тут. Тут вас не ждут, тут каждый в своем углу, свои джунгли, Маугли, Акела и Балу. И тут не только по пятницам гуляют багиры. Хочу купить еще тут две квартиры. В одной замутим студию и посадим став, прикрутим ультрафиолет и отражатель в шкаф. А во второй квартире будем строить злые планы, на диване за чайком, на ограбление банка, в руке пивная банка, и от жары меня немного мажет. Слышь, ты нам не впадлу, мы это проходили, мы лечили, вот только толку маловато. Тоха, по-любому мутим тут две хаты. Хаты, мутим здесь две хаты. Я у берега. Привет, параметр здесь. Сейчас качнем. Любовь лабиринтов кирпичных домов проникает в тебя, как инъекция в кровь. Он холодом не помогает согреться. Чермет ты столица моего сердца. Любовь лабиринтов кирпичных домов проникает в тебя, как инъекция в кровь. Он холодом не помогает согреться. Чермет ты столица моего сердца. А я достать пытался звезды, но вроде рановато. Средь бела дня жуя ту самую помадку, за которой ездили когда-то на девятке. Мы мутим фантики, а дачники пропалывают грядки. И все в порядке у всех ребятки. Мы делаем битки, они выращивают пятки. Гучковка, хутор, станция, стекольный, всем привет. Это не исповедь, а полкуплета про чермет. Пока я следую сюда, проходит время. Иду и коплю идеи под бит из плеера. 15 минут от дома до чермета, но не пишу слова я про гетто в США. На позитиве улочки, колечки, баскетбольная, народ на великах, на тазиках, прикольно, блин. Может светит свет, где улица кончается, но чермет меня качает, да и сам качается. Любовь лабиринтов кирпичных домов проникает в тебя, как инъекция в кровь. Он холодом вея помогает согреться. Чермет ты столица моего сердца. Любовь лабиринтов кирпичных домов проникает в тебя, как инъекция в кровь. Он холодом вея помогает согреться. Чермет ты столица моего сердца. На месте старых домов и пустырей новостройки не узнать нашу сторону от станции до Стекольного. Мне показали схемы карт нового района. Походу сносят город и будут строить новый. Сегодня далеко я и буквы в телефоне, а завтра еду я к друзьям перекурить на сходню. Заскучав по малой родине, как пчела на мед, можно без повода, просто когда время придет. Волны большой тройки мобильных операторов передадут парням явки в любых форматах. Зачем тут эти знаки? Навешали на станции, везде теперь лежачие, не разогнаться. По своей теме, у каждого движения простые, понятные, рукопожатия крепкие. Другие парни на качелях, и у них свои секреты. Это в принципе для тех, кто не забыл об этом.